Но так пельмени как бы для магазинных пельменей неплохие, нормальные, вкусные.
пробежки поезда. Взял, пошел в магазин, купил, сварил себе. И вот тебе вкусный ужин. Сварилось ничего вообще. Целенькие такие, видите, красивые. Красивые пельмешки. Друзья, если по пятибалльной шкале это оценить, то на четверочку, на крепкую четверку, пельмени довольно-таки вкусные. Еще кетчупа немножко. Друзья, неплохие пельмени. Я думал, что хуже будут, не думал, что они будут такие вкусные, но они как бы оправдали мои ожидания. Именно это хорошие, вкусненькие пельмени.
пельмешки вкусненькие. На четверочку можно перекусить, так поужинать. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Все, всем пока, друзья.